Всем привет! Я сейчас нахожусь в огромнейшем торговом центре. Эпицентр, который открылся в нашем городе 2 дня тому назад. Старый эпицентр у нас полностью сгорел в 22 году. И вот на том же месте, только больше намного, построили и открыли новый эпицентр. Вот это новогодний отдел. Здесь все для праздника, для Нового года, от елок до игрушек, гирлянды. Ну, в общем, все, чтобы красиво нарядить елку, украсить свой дом и встретить Новый год. Очень, конечно, атмосферно, такая праздничная, можно сказать, обстановка. Даже не верится, что такое сейчас время у нас. Но жизнь продолжается, и люди живут, и мечтают, и думают только о хорошем. Цены, конечно, заоблачные, очень все дорого. Но если хочется, то можно сэкономить и купить себе все, что хочется. Вообще в этом торговом центре есть все, начиная от продуктов и заканчивая строительными материалами. Не хватает нам только мира. Все есть, а вот мира нету. Нам так нужен мир для спокойной, нормальной жизни, чтобы растить детей, ходить на работу, нянчить внуков. Ой, и жить, и мечтать, и отдыхать. И не слушать эти сирены, эти взрывы. А это я. Ой, какая-то я бледная здесь, наверное, свет такой, что как-то я очень странно кашусь. Ну, вот так вот посмотрела все игрушки, елки, присмотрела кое-что к Новому году. Приду, обязательно куплю. Все-таки праздник должен быть, даже в такое время, как сейчас. Напишите в комментариях, а вы любите встречать Новый год и как вы его встречаете. Всем хорошего настроения. Пока-пока.